С утра у меня, видите, оладушки кабачковые. Кабачок, яйцо, мука, кефир, сода, соль. Все, больше ничего. Я уже вот напекла, видите, целую тарелку. Я сейчас залью сметаной. Вот здесь вот немножко я подсолила адыгейской солью. Сейчас сметаной залью. И духовочку еще на полчасика так и так. Пока у меня там. Сейчас еще Вероника приедет. У меня уж все будет готово. Вау, горячо-то как. Вкусные, наверное, получились. Шкварчат. Сметанкою. Вот наш завтрак. Друзья, всем доброе утро. Девочки, всем привет. Мальчики тоже всем привет. Как у вас дела? Все хорошо? Ну, слава Богу, я рада за вас. У меня тоже день мой начинается. Сегодня у нас понедельник. Внучку привезли, в школу повезем, все, у бабушки появились проблемы теперь с дедушкой. Уроки кое-когда надо будет, конечно, поделать с ней, потому что учиться она у нас будет опять во вторую смену. Приходит уставшая, уроков много задают, с вечера не все успевает, поэтому с утра будем заниматься мы с ней, когда родители, конечно, попросят. Когда что-то меня не просят, я не лезу ни в свои дела. Так, ну что, у меня сегодня утром тут вот оладушки я немножко уже постряпала. И сейчас я уже начала делать манты. Сегодня манты хочу я сделать, добавить немножко кабачок. Мне кажется, я что-то вчера сорвала, думаю, надо что-то сделать. И вот с утра уже кабачков нажарила, еще и кабачковые оладьи сделала, и еще решила и этот... В манты кабачки добавить. Мне прям так понравились эти оладушки. Сейчас мы позавтракали. Прям такие нежные. Я их еще сметанкой залила. Вот, так что прям хорошо. Кабачок прям очень хорошая штука. Очень нежный, разваривается. Прям такое, нежнятинка прям получается. Ну вот, замесила я уже тесто. У меня тесто уже лежит, отдыхает. Тесто у меня вот уже я замесила. Лежит, отдыхает. Яйцо, вода, соль и мука. Все, больше ничего нет. Сейчас я порежу лучок. Лучка побольше я люблю. Вообще мы любим лук. Поэтому выращиваем много лука. И кабачок потру на терочке. И фаршик посолю, поперчу. Ну и все. Девчонки там спрашивают у меня в комментариях. Как вы храните в фольге, девчонки? Ну вот, берите фольгу, вот, которая потолще, и замораживаете в фольге. И вот, видите, размораживая, оно как будто бы только-только зарубили сегодня. Сегодня у моей внученьки второй, Кристиночке, 15 лет. Вот, поздравляю ее от всей души. Пусть растет здоровенькой, умненькой, счастливенькой, самое главное. Лук режу я на манты прям крупненько. Вот такими вот кусочками. Лук я порезала. Перчим, солим. И все перемешиваем. Ой, какие вот сочные манты. За счет кабачка.
мягкая, прям эластичная. Я немножко долью всегда ложки 2 растительного масла в тесто. Прям такое получается эластичное, легко раскатывается. Прям хорошая, мягенькая. Сейчас мы с Валерой быстренько наляпаем. Валера мне будет на машинке раскатывать. Поставили мы здесь уже раскатку на комбайн. И он ее всегда катает быстренько, а я раз-раз-раз и налепила. Вот, все. Начинаем делать мантики наши. Немножко вот так подкатываю, чтобы легче было заходило туда, в этот комбайн. Ну, сейчас настрою быстро Валеры. У меня-то потом сам чик-чик-чик все переделает. Вот, девчонки, видите, как быстро, да? Раз, и все, и готова лепешечка. Не надо тут стоять, утруждаться. Ну, каталкой можно немножко подровнять, если хотите прям супер-супер тоненькое тесто. Вот. А так можно довести прям, там же оно регулируется. Здесь вот колесико, оно регулируется, толщину теста. Я в манты добавляю и картошку, и тыкву. Вообще все вкусно. Вот, девчонки, все. Готовлю дальше, леплю дальше. На улице красота, тепло-тепло. Птички чирикают. Так, вот здесь я вам показала, да, как мы сделали фундамент возле дома. Поставила я здесь уже цветы. Ну, уже здесь прям капитально все тут. Сынок у меня сделал. Сейчас покажу на второй стороне. На второй стороне вот так сделали отливами. Вот такой ремонт сегодня. В этом году мы сделали, в это лето. Домой пойдешь? Алиса? Что ты тут решила передо мной повыображать? Ну, повыображай, повыображай. Выбражулька. Здесь вот у нас еще бордюры остались, кирпичики. Ну, это уже, если Бог даст здоровье, сил, жизни на следующее лето, то доделаем на следующее лето. В своем доме так, всегда работа, всегда, девчонки, работа. Надо всегда поддерживать свой дом. То там подмазать, то там подмазать, то там подбить. В общем, в своем доме всегда работа найдется. У нас сегодня утром было 13, а днем разогрей до 23 градусов. Тепло, комфортно, ветра нет в Нижегородской области. У нас вообще очень хорошая погода, прям просто суперная. Пойду уточкам нарежу горчицы. Горчицу мы режем, ем там. Ой, какая красоточка, гортензия, да? Меняет так красиво окрас свой. Прям красота. Горчица подросла. Ой, Алиска, Алиска бегает за мной следом. И вот решили срезать, да, скармливать курочкам да уточкам. Вот эта вот петуния у меня просто выросла бросово. Я ее не сажала. Посмотрите, какое огромное кустище, да? Такая безуходная обычная вот эта петуния. Но не, она не ампельная, обычная, дешевая. Я как-то сажала. И вот сбрасывает семена. И вот алисум. Алисум тоже никогда я теперь не сею. Алисум у меня сам растет. Видите, вот такими большими кустами. Тоже самосевом. Вот начала я вчера уже резать. Маленькую латочку тут вырезала.
Вот, сейчас нарежу, отнесу им. А то травы-то уже все нету, нигде травы. Вот, перец у меня, видите, острый. Как много перца. Девчонки, на улице такой неприхотливый. Не знаю, как сорт называется. Какой-то бараний рог. Ну, перца просто необеримо. Хочу несколько слов сказать вот об этой капусте. Пирожковая называется. Лист такой интересный, видите, как у лягушки кожа. Какая-то лягушачья. Но капуста, девчонки, просто можно ум съесть. Я делала голубцы. Тают просто во рту. Попробуйте. Я вот не пожалела ни разочку. Хочу, если вот здесь вот повырастают у меня, какие вилки, прям еще раз сделать. Посмотрите, они, конечно, вон, видите, не очень-то большие растут почему-то, но капуста просто супер. Просто супер. Я вам, девчонки, советую. Я обязательно еще раз посажу. Я прям ни разу не пожалела. До этого тоже думала, что за капуста какая-то лягушачья кожа. Пупырчатая вся, видите, какая красивая, да? Красивая, прям такой лист такой вообще шикарный. А потом с Валерой, когда сделали голубцы, поели. Я говорю, Валера, я еще, говорю, таких голубцов никогда не ела. Какая вкуснятина, прям вот просто тает во рту. Обычная капуста, она как бы, когда ешь голубцы, чувствуется, что, ну, грубые волокна, там все, прожилки. А это ничего, никаких прожилочек жестких, ничего. Вот, девчонки, посадите обязательно. Называется сорт пирожковая. Зашла в теплицу. Ну, что хочу сказать, показать. Ну, растут помидорки так, по чуть-чуть. Не особо уже. И лист пропадает уже, видите? Так, растут уже как бы бросово. Никакого ухода уже за ними нету. Ничего я и ничем их не обрабатывала ни разу. Ни от какой фитофторы. Растут, да и растут себе. Ты опять ко мне пришла? Алиса, ты опять ко мне пришла? Это что за Алиса такая, а? Это что за Алиса? Драчунья. Алиса драчунья у меня, да? Ох, и драчунья. Рысь маленькая. Баклажаны растут. И, наверное, еще будут дальше расти. Ну и хорошо, пусть растут. Они без горечи. Это Виталик от партнера. Такие прям высокие уже довольно-таки. Очень много цветочков. Ну, им тут комфортно. Валера закрывает на начать. Смотрите. Какая-то тля нападала, а я потравила. И вон, видите, все подохло. Все сдохло. Ой. Так, ну что? Что вам еще показать? Ну, пойдемте еще огурцы покажу свои. Огурцы посеяла. Думала, они взойдут. Было ночами так холодно. Нет, смотрю, вчера зашла в теплицу. Смотрю, вон, повылуплялись, повыскакивали. Вот они, видите. Будет толк, не будет. Ну вот, повыскакивали. Не везде, правда, надо вот траву прополоть. Вот оно мне надо. Понасеяла опять огурцов. Вот они, видите, малюськи. Перец спеет, красный на корню. Я не срываю, девчонки, видите. Очень сладкий, но перца я уже неоднократно говорила, что у меня перца мало в этом году. Мало, прям, не знаю, в разы меньше. Тыковка уже, видите, отсыхает. Можно уже ее, наверное, будет и собрать. Тыквы у меня тоже не очень много. Но такая прям красивая, оранжевая, прям, видите, вся в траве. Ну и пусть уже все жухнут листья, видите, жухнут. Поэтому можно сорвать тыковку. Теплицу положить, и пусть она в теплице. Там хорошо уже корочкой образуется, плотненькой. Здесь у меня купчиха посажена, я ее обрезала, обработала. Это у меня она в зиму здесь. Мы очень рано ее в этом году начали кушать. Я ее тут, видите, всю обчекрыжила. Да, Алиса? Помощница, бегаешь за мной. Обработала от паутинного клеща, подкормила ее. Вот, специально для клубники взяла. И вот она у меня все растет здесь. Ей здесь очень хорошо, тепло в тепличке. Помидоры хоть и вершковала,
обрезала. Они, вон, видите, все равно растут прям в теплице под потолок. Здесь вот завязались помидорки еще. Яблок у нас было очень мало. Мы уже их все и поели. Они у нас пооблетели. Так, а здесь у меня, вот, смотрите, ремонтантная малина. Ее надо будет пересадить мне куда-то на солнышко. Она как раз сейчас плодоносит. Вот ее как бы и много. Но надо другое место ей найти. Она у меня здесь в саду, в тени. Овес еще пока у нас не всходит. Но Валера... А, нет, всходит. Увидела, увидела. Вон зеленеет. Но Валера тут поливает регулярно. Смачивает. И он начал уже всходить. Сейчас я приближу. Вот я приблизила. Не знаю, видно вам, нет. Но вон зеленеет. Оля. Морковь тоже пора уже убирать. Уже все. Видите, она вон жухнуть начинает. Листочки. Вот, вчера вырвала, Алиске варила еду. Я ей добавляю морковь, кабачки. И она уже начала как будто расти. Видите, у меня непутевая в этом году морковь. Вот, видите, уже все, начала она расти. Все, ее надо вырывать срочно. Время пришло. И вот боковые, вот видите, усики пошли. Ну, морковь у меня, конечно, непутевая. Вот триммером скосила прям быстро. Ровненько, быстренько. Сейчас соберу, отнесу уточкам. Ой, увидели, увидели. Пойдемте, пойдемте, утеньки, утеньки, утеньки. Сейчас дам, дам, дам. Травку они хотят. Они любят травку у нас, да, травку. Пойдемте, утеньки. О, о, о. Бегут в развалочку. Все в колодочках, обрастают пером новым. Поэтому сейчас мы их рубить пока не будем. А жалко как, да? Крякушки вы мои, крякушки. Привыкаешь к ним. У нас эти дни такая луна яркая светила. Сейчас, правда, она уже пошла на убыль, но я сняла. Там один день сняла. Сейчас вам покажу. Ох, как прям как солнце. Такая была яркая. Друзья, посмотрите, какая луна у нас. Ой, какая красота, как будто бы солнце светит. Ребята, это мой вот такой вот портфель. Он виден крышкой. Такой он сзади. Сейчас я вам покажу, какие там есть отделения. Вот такие вот. Там я вам сейчас покажу мои кнопочки. У меня там есть, во-первых, сейчас такой вот тут вот. Давай, бабушка поможет. Это вот, ну, вот такой вот новенький дневничок. Это уже дали, да, вам? Нет, это новый. А, мама купила, да? Угу. Да я выбирала. Ух ты, молодец. В общем, мы едем в школу. Вероника сказала, хочу-хочу в школу. Но, наверное, не учиться больше, а к ребяткам хочет, да, Веронюш? Нет, учиться. И учиться? Ой, она вот, у нас такая вот умница. Вот такая вот по математике. Такая вот единорожка. Тоже с единорожкой. Она у нас любит единорожку. И поэтому портфель и вот уточек. Такой. Давай еще раз покажем, какой красивый портфель. Вот такой вот тетрадка с монстриком. В общем, бабушка, подержи, пожалуйста. Вся в обновках она у нас идет в третий класс. Да, сегодня всё. Уже. Ну, дай бог. Иди еще с Богом, помоги тебе, Господи, получать хорошие отметки. Все, лес начинает желтеть. Да, Вероника? Осень, осень, да? Осень, осень. Ананас, абрикос, анаконда. Ну пусть будет она. Африка. Пусть будет ананас. Ананас. На букву С, Веронюш.
Якутия? Да. Куя, Ямал. Там поставили забор перед входом в школу. Да ладно? Да. Что-то решила, куда... Лето прям на улице. Так тепло. Ну, какой забор сзади. Нас, видите, поставили. Мы дома. Приехали. Отвезли свою ученицу в школу. Заехали в магазин по пути. У нас тут Злата купила и масло. 105 рублей у нас Злата. Потом... купила в светофоре. Тоже все у нас здесь по пути, все магазины по дороге. 113 рублей. Хочу сделать с базиликом масло. У меня здесь базилик вот на столе. Сушится. Вот, видите, сколько много. С базиликом душистое масло хочу сделать и потом салатики поливать. Сахар купили 2 килограмма. Мы по много не берем, берем по 2 килограмма. Был 66. Стал 62. Сахар постоянно скачет, поэтому по много не беру. Валера вот взял для рук мыло. Вот такое вот. 98, это, по-моему, 60 рублей бутылочка. О, чуть слюной не подавилась. Увидела селедку. Так, 121 рубль уже готовая, соленая. Мы взяли тут две штучки на 64 рубля. Ну, почти 65 рублей. Аж так слюна потекла в магазине, увидела. Девушка там работает, вылавливала себе. Я говорю, ну-ка давайте мне поймайте хорошенькую. Говорит, очень вкусная. И взяла вот такое, беру черное мыло для бани, мне нравится. Вот. Ну и все, вот все наши покупки. Что мы сейчас садимся обедать. Манты у нас тут сварились. Вот сейчас разогреем. Уже немножко, правда, остыли. Сейчас я поставлю, погрею, будем обедать. Сейчас все уберу, распределю все по местам. Ну а вам всем хочу сказать спасибо за подписки, за лайки, за добрые комментарии. На этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока. До свидания. Оставайтесь все живы и здоровы. Забыла сказать, арбуз еще купили. 19 рублей килограмм. Вот взяли. Такой прям желтый бачок, не знаю, хороший будет, нет.